Так это может быть, знаешь, как вода заливается водой, выталкивается что-то. Может, это на болотную выводит? И песок понемножку выходит? Кстати, да, ты права, смотри, вылазит. А ты наступала рядышком на землю? Нет. Попробуй наступить. Может, оно выдавится. Там чей-то глазик, осторожно. Не знаю, мне ли кажется, или оно высовывается. Наблюдаем, поснимаем, что пока не делаем. Ну вот только что по мне так быстро сделалось вообще. Ты наступила на землю? Я вот тут стояла все. Когда ты сказала резкость. Ладно, сейчас ждем. Вылазит, вылазит вот это. Вот палец, оно. Палец кадр убери. Чтобы так песок упаковывать, это слизь какая-то нужна. Это надо на штативе снимать, знаешь, ускоренный темп, как будет прикольно. Ну прикольно, оно вообще не из... Ничего начало на 12-перстную кишку. Ну это прикинь, это такая дырочка тонкая, прикинь, какая уже длина. Если распутать эти крокозябры. Честно, не понимаю, как это делается. Вот вылазит, как червячок. Угу. Ну и смотри, как с это. Вот попробуй скрутить песок. Ну, это только слизи какой-то обработать. Thank you.
как я оденусь. А можешь походить рядышком здесь? Может, он выдавливается, вот, типа, как под давлением? Только тень не делай, так рядышком понаступай на землю. Если она резко появилась, может, ты наступила и появилась она? Нет, это следы, где я вот стояла, вот мои следы. Оно просто при мне начало вот образовываться. Хорошо. Не надо сумку трогать, она упадет. Где есть какие-то? Раскопать сможешь? Трусиха?